Сегодня нет солнца, и мы решили прогуляться до пляжа Бамбо. Вот прошли весь пляж Хармани. Пляж Бамбо находится между пляжем Хармани и Райским заливом. И вот по улице Вио Понтиака мы доходим до виллы Горизонт. И здесь слева видно указатель 50 метров Бамбо. Вот мы видим Бамбо сверху. Вот свободная зона, которая ближе к городу. Вот эти зонтики здесь на Бамбо. Бар есть. А вот это, наверное, фирма, которая и содержит этот пляж. Чувствуется, что порядок здесь хороший на пляже. Содержит в отличном состоянии. Ну, здесь в основном зонтики с двумя лежаками. А вот здесь лежат пуфики, которые дают такие мягкие кресла, дополнительно создавать места под зонтиками. Вот это что-то на 5, на 6, наверное. Ну, людей в баре уже прилично. Зонт и два лежака стоят 21 лев. Ну, в принципе, и на Хармани столько же будут стоить два лежака и зонт. Но здесь как-то поудобнее. Вот через весь пляж такая деревянная дорожка идет. И здесь, ближе к Райскому заливу, вот еще одна свободная зона. Спуск есть. А вот туда, еще ближе к Райскому заливу, вот он за этими камнями. Тоже маленький дикий пляж. Песок здесь лучше, чем даже на центральном пляже. Он чище и помельче. Дно пляжа пологое. Вот мы видим дальше, даже где вот там буйки, и то отмели. То есть тут с детьми очень хорошо купаться. На Джамбо опустилось солнце. Здесь вот водоросли только с краю, а там дальше пляж чистый. Здесь была проделана достаточно большая работа. Здесь в воде камни были, вот их повытаскивали и песочка добавили. Народ подтягивается. Там прямо идут толпы. И хотя пляж считается молодым, он, наверное, один из самых древних. Вот там, на мысу, был культовый центр древней Аполлонии. Там стоял памятник Аполлону и храм Аполлона. И люди после богослужения, там, или определенных обрядов,
приходили сюда искупаться. И вообще весь пляж какой-то немножко камерный такой. Это в силу оторванности величины своей. Отличный пляж для семейного отдыха с детьми. Тихий и спокойный. А песок, наверное, один из лучших в Созополе. Ну, на Коваться лучше, наверное, песок. Здесь отличный.